Тут одна тема возникла. Непонятки. Да. Может, ты нам их и разъяснишь? Мова йде про недопущення фальсифікації виборів. Не крути динаму, я тебе фуфел уже чистил, щоб ти лишний раз не халявил. Да видно, не усёк ти. Попереду стоїть мета. За будь-яку ціну зірвати вибори. Сколько ти откресятничал, когда базу отдыха втихаря откупил? А деньги-то были общаковские. Цей час вже минув. Це було в 2004 році. Повторення не буде. Ну, хватит базара. Всем все ясно. Что решать будем, Иваныч? Отвечать должен. Значит? Пенки пускает. Пусть ответит. Фуфел. Угу. Борзой стал. Работать не хочет. Мочить.